Давай джубанга, ты подиспелишь. Слышишь меня? Третью тьму свет. Первую, вторую и третью тьму диспелит Войд. Давай ты слайкнус. Четвертая партия — это свет, тьма. Первая, вторая — свет, третья, четвертая — тьма. Ну, давай вот так вот сделаем. Одного друида поменяем. Сейчас за пати смотреть внимательно, что поменяю одного вара и... Селбом. Первая пати — свет, да? Первая, вторая — свет, третья, четвертая — тьма. Первая, вторая — свет выходит. Четвертая — тьма. Только, ребята, когда... Когда босс, когда танк бежит к боссу, руки за спину положите, пожалуйста. От клавиатуры, от мышки уберите. Да пиздец, да. Саунд, жмите все. Меня слышно? К сожалению. Сейчас 5 секунд, меня Вов что-то... Что-то надо, Вов, пока ты... чекнем на готовность, чекнем на бафы и на все прочее. Врага все написали, кто ролит не на тот спик, которому он идет. Все, Макгрегор, зайдешь, скажешь, присунешь. Да, хорошо, сейчас я быстро перезапущу эту парашу. Контент ставьте на пол, на третью фазу, на протопол. Ты что, троллишь, что ли? Кто? Ты. Нет, все, я уже этот акпас сложу. Все, я вхожу в этот чудесный мир, который полон опасности. Вероятно, интересных вещей. Интересных по товару. Все, он готов? Сейчас опять ПГП. Да, да, готов. Чек на линию, тут за линию заходим, чек на готовность. Так, все готовы, начинай, Валер. Нам по ростам потом сам расскажешь. Ну да, ты свету потом на третьей дашь, а во тьме потом на третьей фазе будут светить. Раз задавать, как выйдем? Ну ты, во-первых, не заходишь, начнем с этого. Ну я имею в виду, ну да. Да, там 60 будет как раз перекос в эту сторону. Милики отошли. Милики отошли. Вары нехорошие, люди расклонились так. Столько варов, ай-яй-яй. Только объект не одел, ебать. Давай сам себя диспел и, блин, комбрейд. Хорош. От босса отошли. От босса отошли, вот дальше. Блять, он его варканит. Он тупенький. Да не говори. Еще бы в танк встал. Подожди. Все нормально, блин, заходим. Валер зашел. Тилы заходим. Да, заходим. Беловус тут вообще? Епс, уносишь. Славик, я выйду в свет, вот мне покомандуешь потом. Вот, слышишь? Да, но у меня ебаную кнопку надо нажимать. Ну ладно, ладно, мне просто мало ли. Экстренная ситуация будет.
53, готовься. Первая, вторая, выходим. Чуть под морды танк отворачивает, мы выходим. На полу нас золотистые отдали. Давай, святой Геру. Саня. Перебежали. Я надеюсь, там полено вынес нам их. Мелики уже враг, не жгры, подходим. Ёпс. Свет, давайте бить не будем. Хватит, мне Геру дадим. Ну бахил. Петер, прожмись там. Там 30%, сейчас 40. Свет не бьем, ждем. Блядь, мне огонь загородил. Сделай что-то там, прожми на тело. Срочно, альтей. На хп, альтей. Гим на хп. Все, я вернулся, похуй, все нормально. Ну, оба мира бьем. Нет, тебя не БРН, ты встал из тела. Мать, чуть-чуть стопаните. Эти маны, плиз. Блядь. Спой гимн на ману. Прожмись, па. Сань, стоит кто-то. Ядик, ты чё, обкуренный, что ли? Чё, он не вынес? Вреди здесь, блин. Здрасте, чё за хуйня, блядь? Дредетки, сука. Так, давайте начнём с хиловской шмотки. Бля, я забыл написать, что на НХ роли, ну ладно. А мы тьму сейчас хилили два друида и Эршан, да? Да. Смугиман выиграл. Так, наруч. Че, все, Баблевар выиграл. Я опять на стрите. Нет, он на мейн роли. Ему все равно приоритет нет. И ролим, собственно, чешку. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Играл, выиграл. Ты выиграл? Ну, 99, наверное. Ну, он уже кидал, а он там...